Всем привет! Есть информация, что в интернете появились довольно привлекательные рендеры по обновленной модели Lada 4x4. Важно отметить, что один чешский дизайнер захотел продемонстрировать, какой вид был бы у автомобиля, у которого необычное авторское исполнение. Нужно подчеркнуть, что разработка у него получилась довольно привлекательной и соответствующей современным тенденциям, присутствующим на авторынке. Непосредственно после модернизации со стороны дизайнера модель стала характеризоваться более современным и привлекательным внешним видом. Энтузиаст осуществил изменения переднего сегмента, а также несколько переработал радиаторную решетку. Кроме того, с его стороны был заменен бампер спереди и добавлена основная оптика. Важно подчеркнуть, что она получилась не только привлекательной, но и функциональной. В боковом сегменте по аналогии с актуальными транспортными средствами предусмотрены выштамповки непосредственно от производителя. Также корма отличается горизонтально расположенными задними фонарями, эффектно подчеркивающими габариты транспортного средства российской разработки. Стилистика, в соответствии с которой выполнены вышеуказанные рендеры, отсылает любителей российского транспортного средства к ранним этапам его существования. Со стороны дизайнера было продемонстрировано трехдверное исполнение машины, а также версия, у которой удлиненная колесная база и дополнительные двери. В общем, концептуальный вариант транспортного средства получился довольно оригинальным, и об этом сообщили автомобилисты в комментариях. Многие водители отмечали, что могли бы приобрести современную «Ладу», если бы такой автомобиль оказался в серии. Будучи произведенным со стороны российского разработчика, это стало бы способствовать росту объемов реализации машины, разработанной российскими инженерами. Важно подчеркнуть, что серийные автомобили, рассматриваемые модели, пользуются немалой популярностью не только на территории Российской Федерации, но также и за рубежом. Они характеризуются хорошими ходовыми свойствами и техническими данными. Кроме того, транспортные средства отличаются технологическими приспособлениями, способствующими комфортному управлению в различных дорожных ситуациях. Также они снижают риск возникновения на дорогах опасных ситуаций, приводящих к смертельным исходам и травматизму. Лично мне кажется, получилось очень даже неплохо, и я был бы рад, если бы выпустили в производство данную машину. А как вы считаете, друзья? Пишите свое мнение в комментариях. Также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Всем спасибо!